продолжаю обозревать вид с балкона, так вот. Там наша речушка протекает. Могу ее подувеличить. О. Рыболова там нет. Вот еще одна шаурма. У нас их тут много вообще-то. Ну, обратите внимание, если что. Плавно перетекаем во вторую часть балкона. Подоткроем. Вот такое обозрение, вот такое, по-моему, да, вида. Прям следить можно с фотокамеры. С телефона пишу, конечно. Ну вот, три купола. Дядька Ленин еще стоит у нас. Красавчик. Стоит до сих пор. Молодец. Стоит так держать.